Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас я отреагирую на еще одну песню NCT U, Subunit NCT. И это самая первая песня, которая вышла в принципе, поскольку NCT U — это первый Subunit NCT. У них был, в общем, дебютный цифровой сингл, который называется «Седьмое чувство» — «The Seventh Sense». Это означает, что вот есть там первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое чувство, да, которое Night Shyamalan, но есть седьмое чувство, которое позволяет людям общаться и как коммуницировать через музыку. Вот такая вот идея этого названия. Ладно, давайте сейчас слушать. И Евгений, это его заказ на февраль. Напоминаю, что люди, которые меня поддерживают на Boosty, особенно определенного пледжа, могут мне заказывать хоть каждый месяц, при желании хоть каждую неделю. Всякие разные вещи. Вы тоже можете это сделать, если поддержите на boosty.to/sudakov. Я не так часто в последнее время про это говорю. Может быть, стоит почаще. А может быть, наоборот, пореже. Не знаю. Так вот. Евгений написал, что это то, с чего все началось. Эта песня вообще легендарная. И вот ее обожают практически все. И те, кто NCT любят, и те, кто NCT не любят. Посмотрим, так ли это или нет. Насколько эта песня легендарная. Главное, что у нас есть обычный клип и перформанс-видео. Все, готовы. Еще раз давайте скажем большое спасибо нашему великому евангелисту от NCT, Евгению Ерину. И 3, 2, 1, поехали. Сразу же бумс по уху мне, по обеим ушам. По обоим. По идее этой песни SM Entertainment сказала, вот, группа будет такая, имейте в виду. Ну, плюс-минус. В описании жанра я прочитал Future Bass. Я не настолько сильно разбираюсь в жанрах идеи музыки. Замешан на хип-хопе, само собой. Пока она очень спокойная. Я ее слышал. Я именно кусок слышал. Вот это. Окей, я понимаю, почему она легендарная. Тот случай, когда да, я ее слышал, я не мог не слушать. Она реально была очень популярная в свое время. И в топах она тусила повсюду. Она медитативная. И такая немножко гипнотизирующая. Этот бит, который... Окей, это обычное видео. А какое будет перформанс? В этой песне не очень понятно, где куплет, где припев. Я был уверен, что сейчас начнется, типа Open Your Eyes. А вот. Интересное движение, хореографическое. Там что-то зазвенело.
«Елки зеленые». Окей, я понимаю прекрасно, наверное, почему эта песня стала легендарной. Она действительно очень необычная, нестандартная. Она такая немножечко, то немножечко магнетическая. И просто сидишь, слушаешь, слушаешь, слушаешь такой с открытым ртом, слегка скрытыми глазами. Потому что они тебе говорят, открой глаза, дорогой друг. А сколько она длится? Ну да, 3:40, ничего удивительного. Она мне показалась длинноватой, но, опять же, для песни, которая относительно медленная, и вот такая бум-бум, бум-бум, вот она всю дорогу как-то немножко ударяет, обволакивает тебя. Давайте смотреть перформанс-видео. Я не могу сказать, что ее обожаю, вряд ли ее прям заобожаю, но да, черт возьми, я действительно раньше слышал, что самое забавное. Она, у нее странная структура очень. У нее структура, мне кажется, очень не похожа на другие песни. Черт возьми, 2016 год. 8 лет назад это было. Я тогда банально еще не так сильно кей-попом увлекался. Вот и все. Я вообще не увлекался. Я уже начинаю потихоньку забывать. Это, видимо, более традиционная такая версия. То есть без таких чудовищных фильтров именно показываем хореографию. Она как хочет, так замедляется, ускоряется. Ну, точнее, становится более агрессивной, менее агрессивной. По такой песне можно, знаете, вот так вот в клубе. Или, не знаю, в кальянной сидеть. Терпеть не могу кальянные, лично я. Но почему-то мне представляешь, что в кальянной по такой клуб можно вот так колбаситься. Или по чем хуже? Ух ты, вот это хорошо прям было. Она не то чтобы сильно разнообразна музыкально, но не в этом ее, так сказать, сила. Теперь кто-то всвистнул просто. Хорошая рэп-секция. Да, когда это звучало, я просто не слышал, что это... Не знал, точнее, что это NCT. Хотя, наверное, говорили в всяких топах, но я не обращал внимания. Ничего так тянут. Что-то звенело, очень как будто трамвай проехал мимо, серьезно. Такой. Я как-то не, они вот так это делают, да? Не понимаю. Окей, повторюсь, не уверен насчет прям обожает, но определенно, как
Это говорят, это была определенно одна из песен. Нет, это определенно одна из, наверное, лучших песен NCT. Опять же, она не рваная. Мне это все-таки больше по душе, чем рваные. При том, что я понимаю, NCT такая фишка, у них местами творится полная кукареку, совершенно страшная в плане музыки, в плане вот сочетания динамичных, нединамичных, медленных, там, веселых, грустных и так далее, минорных, мажорных ладов. А тут все более-менее в одном стиле, опять же, такое обволакивающее. Хорошо, даже весьма. Спасибо Евгению Эрину за то, что познакомил наконец-то с прям основами основ, по большому счету. Ждем новых заказов. Всем спасибо, всем пока. Не забывайте, чтобы быть как Евгений Ерин, нужно просто зайти, поддержать меня на Boosty. На определенный пледж. Там все указано. Ссылки по описанию. Либо Тинькофф, ссылка, донат. Главное, два раза указать свое имя обязательно, потому что иначе в имени и в сообщении, иначе будет непонятно. Пока. Open your eyes. 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 Open your eyes.